Если вы являетесь гражданкой Республики Беларусь, приехали в США и оформили брак с американским гражданином, либо резидентом США, или даже гражданином Республики Беларусь, для того, чтобы этот брак был признан последующим Республикой Беларусь, вам нужно сделать следующее. Свидетельство о регистрации брака, выданное в США, необходимо будет проставить апостиль. Апостиль проставляется при секретариате штата. Далее, со свидетельством о браке вы приезжаете в Беларусь, переводите данный документ с английского на русский, белорусский язык, нотариально заверяете данный перевод и идете в ЗАГС по месту жительства, точнее по месту вашей регистрации. В отделе ЗАГСа сделают соответствующую отметку, а вам в паспорт поставят печать о регистрации брака. И только с этого момента ваш брак будет признан Республикой Беларусь.